Поехали! А это слышал, когда весна такая, знаешь, ну, что так колюжи такие, знаешь, тая, то есть снег, и открываются двери подъезда, выходит такая барышня в деревянных стуколках еще тех времен, там эти цветочки веревочкой привязаны, там проволочкой прикручены, она в какой-то юбочке, какая-то выцвевшая, такая непонятного цвета, какой-то маечке, сверху какая-то блузочка, разные пуговички, тут зеленая, тут красная, тут вообще от кальсон, знаешь, такая, берет такой молью побитый, такой ват непонятный, и она две этих самых авоськи пустых бутылок, и она в этих стуколках через эту лужу переступает, тут машина подъезжает, такая шикарная Мерс, выходит такая блондинка, выходит, с такими глазами, так, увидела ее, говорит, Маша, елки, подружка моя, я что-то не понял, а в чем ты одета, а та такая стоит, говорит, ты знаешь, подруга, оце як Версаче убили, одіваюсь, де попало. А знаєте, як тут свято, свято. А жіночка Галя ж сама жила. І оце ж, думаю, свято, треба приготувати щось. Бігати в магазин, купити там хліба всього разного, всякого. Бо якось все на столі є, а хліба і нема. А бігом. І вона ж біга з хати, і бігом біжить же ж за хлібом. А в цей час під порадним. Один уже відмітив праздник, і він раз тут стояв, коли йому вже закружило головою, впав, лежить прямо на дорозі і спить. Галя ж вибіга з парадного, бачить мужчина, ой боже мой, розвалилась тут п'янь така, ой, крізь вони, скільки ж можна тут хлібати ту горілку, і ногою його пішов. А потім так придивляється. Симпатичний мужчина. Смотри, так на штаніну глянула, так випира там щось таке, вона так. Я прошу прощення. А це чей мужчина? Що, не чайний, що ли? Я говорю, девушка, це не ваш. Ні. Тобто, відміть, я не знаю. Нормальний ще мужчина. Викинули. Ну ладно, збігаю за хлібом, на обратному пути заберу. І побігла. А той же ж проснувся, дивився кругом. Ой, де це я? Єлі встав і кудись пішов. Галя вертається, бачите, нема. Вона. О! Молодий чоловік, тут не бачили мужчина, так лежав, отихав. Не видели. Девушка, скажите, пожалуйста, вот тут мужчина так лежал, отдыхал, тут не видели вы? Тоже не видели. Извините. Я кажу, а вы тоже не видели. Я не знаю, что я два года хлеба не ел, что ли, блядь.